Всем привет! Хочу снять маленький видеообзор своих тинвислов для тех, кто сейчас столкнулся с проблемой, какой тинвисл выбрать и где купить. И начнем мы с тинвисла Clark Original в строе Re. Этот тинвисл имеет металлическую конструкцию и деревянный мундштук. Итак, следующий тинвистл – это тинвистл DX005 в строе РФ, ручной работы мастера Тони Диксона из Великобритании. Он продается в таком пластиковом чехле. Он сделан из качественного пластика и латуни, разбирается, донастраивается. Вот так вот выглядит свисточек. Слушайте, как он звучит. И мой любимый вистл Каллани в строе Ре. Он приходит в таком вот тканевом чехле, очень прочном, с такой штучкой сзади, которую можно, например, прицепить на пояс. Также к нему прилагается инструкция. Вот так выглядит сам вистл. Это металлическая конструкция, никелированная. Извлекается чистый, громкий, объемный звук на радость всем соседям. Clark я заказывала в Украине, но, к сожалению, в этом году их почему-то нет в наличии. А Вистл Тони Диксон и Карлани я заказывала в Ирландии. Там, кстати говоря, есть прямая доставка в Украину. Доставка прошла быстро, без проблем, всего лишь за 10 дней. Если кому-то интересно, оставляю ссылки на магазины под этим видео. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк.